Со мной Николай Силков. В студии вам отдельное здрасте. Добрый день. Я сегодня представляю ум, честь и совесть, да, такой, да? Ну, неподкупный, да, и бескорыстный. Ну, вы же в курсе, что мы велосипед разыгрываем от нашего партнера, велоспортмастер. Плачем, жадничаем, но разыгрываем. Это тот долгожданный момент, которого слушатели самого сладкого радио страны ждали месяц. Сегодня в дневном эфире Зефир ФМ диджей Вадим Киреев и заведующий отделом телеинформации Николай Силков разыграли байк. Чтобы не было вопросов, все действия ведущих запечатлены на камеру. Идея замечательная, тем более, что нашелся прекрасный спонсор, магазин «Велоспортмастер». И мы решили вот сделать такую совместную акцию, тем более вот первый месяц, точнее, финальный месяц весны и все лето. И мы дарим людям вот не просто подарок, а мы дарим такой заряд бодрости, позитива и здоровья, потому что все-таки велосипед – это здорово. Дошли до финала 46 участников. Это те, кто находился на волне 95,4 FM по будням с 12 до 2 и правильно выполнил все условия розыгрыша и ответил на 3 вопроса викторины. Вопросы, к слову, несложные. Победителя выбрали с помощью генератора случайных чисел. Подарок достался постоянной слушательнице Оксане Поповой. Здравствуйте! Здравствуйте. Вадим Киреев, радио Зефир ФМ. Очень приятно. Вам ваш подарок. Выиграли, забирайте. Это мое, я выиграла. Спасибо большое вам за подарок. Неожиданно. Я проснулась после ночной смены, сидела, кофе пила, и раздался звонок на мобильный номер городской неизвестный. И сказали, что я выиграла велосипед. Какие у вас эмоции были, расскажите? Сразу не поверила, думала, это шутка. А потом уже началось, после, что это правда. Тогда уже была радость, эмоции дома, все. Я позвонила сразу дочке, сообщила. Забрать нового двухколесного друга женщина пришла вместе с дочерью Ириной и зятем Александром. Молодой человек тут же на месте протестировал велосипед и выразил свое восхищение. Но стать обладателем новенького байка, как Оксана Попова, может каждый. Все 3 летних месяца Зефир ФМ будет и дальше разыгрывать. Условия останутся те же, а вот победителем может стать абсолютно каждый. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.